В Ноябрьске на центральной трубной базе открыт новый участок. Старт производственному процессу был дан в присутствии генерального директора группы компании «Ремейра», в состав которой входит трубная база, Ольги Наумовой, и генерального директора общества «Газпромнефть Ноябрьснефтегаз» Павла Крюкова. Ну что, дорогие друзья, старт работы цеха дан. Проект по модернизации базы включил ряд улучшений производственной линии. Было закуплено новое оборудование для участка опрессовки, а также модернизировано две линии по ремонту труб НКТ. Открывая мероприятие, генеральный директор группы компании «Ремейра» Ольга Наумова отметила: сегодняшнее событие – это еще один шаг, направленный на обеспечение растущих потребностей наших клиентов. А это в первую очередь «Газпромнефть Ноябрьснефтегаз» и «Газпромнефть Муравленко». Открытие такого цеха говорит о том, что качество услуг, которые сегодня ЦТБ оказывает на Ноябрьснефтегазу, еще улучшится. Естественно, мойка, которая приводит трубы в более-менее чистое состояние, которое скажется в дальнейшем на эксплуатационном фонде, на этих же трубах будем спускать насосы, эксплуатировать скважины, меньше будут забиваться. Соответственно, естественно, что результат придет и с применением труб после такой мойки при практически 100 градусной температуре, скажется на той же добыче. Меньше будет отказов.